Добрый вечер, уважаемые гости, родители, коллеги и все любители хоровой музыки. Мы рады сегодня приветствовать в этом зале и готовы вам показать удивительные образцы русской, зарубежной хоровой классики, народные песни, современную музыку, которая прозвучит в исполнении студентов отделения хорового дирижирования, а также при участии маленьких артистов из Тульской областной музыкальной школы имени Райхеля и детской школы искусств имени Галынина. «Радуйся, Роско, земле». Его написание относится примерно к 1721 году и посвящен он победе Российской империи в Северной войне и заключении Ништадтского мирного договора. Кант посвящен главному архитектору этой победы, великому Петру I, где он сравнивается с сыном бога Зевса и богини Европы, мудрым царем Радамантом. В том же веке, только уже в конце, 1791 год, на Западе, а именно в Австрии, композитор-гений пишет свое, возможно, самое проникновенное хоровое произведение. Произведение написано в жанре матета, что в переводе обозначает слова. И вот главной поэтической основой этого матета является молитва, которая звучит в католическом богослужении во время обряда причастия. Композитор написал это произведение в год своей смерти, 1791 год. Возможно, он предчувствовал, что с ним произойдет. Вольфганг Амадей Моцарт, Аве Верум Корпус. На сцене камерный академический женский хор Тульского колледжа искусств имени Дорогомышского, художественный руководитель и дирижер Евгения Вернер, концертмейстер Яна Бургова. Thank you.
перенесемся в XIX век. Тема обращения к высшим силам в молитве всегда была распространена. И, конечно же, XIX век не стал исключением. Многие композиторы той эпохи обращались к духовным жанрам, к мотетам, мессам. Среди них и Шуберт, и Мендельсон, и Дворжик, Фаре, и многие-многие другие. И вот одна из самых проникновенных, наверное, красивых христианских молитв, обращенная к Деве Марии, Матери Иисуса. Все мы ее знаем как «Ава Мария». На этот текст мы очень хорошо знаем написанное произведение Шуберта, написанное Бах Гуно, да, знаменитое. И вот сейчас мы с вами услышим эту же молитву, только написанную другим композитором, жившим в XIX веке, Пьетро Масканье. Ава Мария. Век. Тем временем в России складывается национальная композиторская школа. Во второй половине XIX века открываются консерватории в Петербурге, а затем в Москве. Складываются две школы, питерская и московская.
Пять композиторов объединяются в сотрудничество музыкантов, которое мы все знаем под названием «Могучая кучка». И вот сейчас мы с вами услышим произведение как раз одного из этого сотрудничества, одного композитора. Николай Андреевич Римский-Корсаков, слова Аполлона Майкова, «Октава», исполняет вокально-хоровой ансамбль студентов старших курсов отделения хоровое дирижирование, руководитель Лариса Карабань, концертмейстер Наталья Болдырева. Копиша. Гномы. Народная песня всегда занимала в творчестве композиторов особое место. Научный интерес к народному творчеству был в России уже с 18 века. И в 20 веке композиторы, опираясь на традиции русского фольклора, крестьянского, солдатского, городского, создают новый жанр – советскую массовую песню. И не случайно таких композиторов называют песенниками.
И вот один из этих композиторов, которого мы сейчас с вами услышим, Анатолий Новиков. Он всеми нам известный автор песни «Эх, дороги, смуглянка». Сейчас в исполнении камерного женского хора Тульского колледжа искусства имени Дорогомышевского мы услышим произведение Анатолия Новикова на слова Дины Терещенко «Ясный месяц». Страница в творчестве советских композиторов. Многие из них были в рядах советской армии и познали войну изнутри. Музыка, посвященная Великой Отечественной войне, поражает силой откровенности и искренности. И вот одно из таких откровений мы сейчас с вами услышим. Это романс Женьки из оперы Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие» на стихи Константина Симонова. Thank you.
сложные времена не переживала наша страна, русский народ всегда находил силы повеселиться. Загадка русской души – русский поет и пляшет даже в самые тяжелые времена и периоды своей жизни, а уж в радости и подавно, как говорится, с песней и в горе, и в радости. Также известна очень русская пословица: «Чем с плачем жить, так с песнями умереть». Вот и мы предлагаем вам повеселиться с нами и поиграть. Русская народная песня в обработке Ларисы Мальцевой «Травушка-муравушка». Тульский край у многих гостей ассоциируется с пряниками, с оружием, пилевской пастилой и, конечно же, с тульским самоваром. Многим нашим достопримечательностям поставлены памятники. Это создателям оружия. Тому же тульскому прянику мы видим памятник в центре города Тулы. И вот совсем недавно, буквально вот в этом месяце, 4 ноября, праздник День народного единства, в Туле был открыт памятник тульскому самовару. И по этому поводу филармония, наш хор исполнил произведение современного композитора под названием «Самоварная кантата». Композитора зовут Екатерина Мельникова, и написала она это произведение на слова детского поэта и писателя Корнея Ивановича Чуковского. Кантата состоит из 8 частей, и все эти части очень яркие, красочные и сменяют друг друга, как калейдоскоп. И вот сейчас мы в исполнении сводного хора услышим это произведение. Участники хор Тульского колледжа искусства имени Дорогомышского. Также у нас участвуют маленькие артисты из детской областной музыкальной школы имени Райхеля, детской школы искусств имени Галынина, художественный руководитель и дирижер Евгения Вернер. Концертмейстер Яна Бурбана.
сладкой ноте мы заканчиваем наш концерт. Спасибо всем, что вы были с нами этот вечер.